эти центры все построены были по стране. Вот с чего мы начинали. Младенческая смерть 13,3. Вот даже тот же 6-й год, когда у нас было почти 6,1. И вот какими цифрами мы сейчас идем здесь. Это касается смерти до 5 лет. Эти цифры недостижимы для большинства стран в мире. Да, вот здесь было кратно выше. Но когда умирает младенец у семьи, им все равно здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100%. Вот почему мы боремся за каждого маловесного ребенка. Вот наша выхаживаемость 78,7. В европейском регионе одна из самых высоких степеней выхаживаемости. Российская Федерация, Украина, вот как пример. В чем особенности нынешней работы? К сожалению, просто как констатация факта, средний возраст матери при рождении ребенка первого и вообще в целом растет. Это влечет за собой целый ряд проблем, в том числе медицинских. Понятно, что репродуктивные технологии, они не носят за собой демографические какие-то показатели, но и то, что по вашему решению была сделана государственная программа оплодотворения ко по государственным, значит, программе. Первую ко бесплатно делали? Да. И вот сегодня мы уже в этом году сделали 806, это немного, и 525 у нас в центре, в городе ПЦ. Второй родильный дом города Минска и Гомель еще работает. Значит, на злобу вот недавно обсуждали эту проблему. Говорят, у нас незаконченная система. У нас нет банка. Давайте мы этим займемся принципиально, сделаем хотя бы не хуже, чем в России. Это женщины мне говорили. Вот буквально 2-3 дня назад, случайно. Что у нас это значительно встает. Поэтому давайте это сделаем. Сделаем очень быстро. В первом полугодии будущего года. Хорошо. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах. Коль мы согласились, что ЭКО быть, и вы правы, неважно там, 800 человек обратилось за ЭКО или 2 человека. Давайте развяжем этот вопрос. Сделаем. Давайте сделаем этот банк, чтобы женщина могла родить. Сделаем все, чтобы она могла родить.